расстояние от середины хорда АС окружности до диаметра АБ равно 4 см. Найдите хорд БС, если угол БАС равен 30 градусов. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. АТ равняется ТС. ТП перпендикулярно АБ. Точка О принадлежит АБ. Угол БАС равен 30 градусов. ТП равно 4 см. Найти хорду БС. БС неизвестно. Рассмотрим треугольник АТП. И напишем синус угла ТАП. Синус в прямоугольном треугольнике – это отношение противолежащего катета на гипотенузу. Тогда в нашем случае это отношение ТП на АТ. Выразим отсюда АТ. Тогда АТ будет равняться ТП, деленное на синус угла ТАП. Угол ТАП равен 30 градусов. Преобразуем. Тогда у нас получается ТП по условию равно 4, а синус 30 – это табличная величина. Она равна 1 второй. Разделим. Тогда у нас получается 4 умножить на 2 или 8 сантиметров. Длина отрезка АС равна 2 длинам АТ, так как по условию сказано, что АТ равняется ТС. Подставим сюда наше значение. Получается 2 умножить на АТ. АТ мы посчитали, это 8. Перемножив, получаем 16 сантиметров. Угол АБ равен 90 градусов, так как это вписанный угол, который опирается на диаметр. Рассмотрим треугольник АБС и напишем тангенс угла САБ. Тангенс в прямоугольном треугольнике – это отношение противолежащего катета на прилежащий. В нашем случае противолежащий катет – это БС, прилежащий катет – это АС. Выразим отсюда БС. Тогда у нас получается, что БС равняется АС умножить на тангенс угла САБ. Угол ЦАБ равен 30 градусов. Подставим сюда наше значение. Тогда у нас получается, что БС будет равняться. АС мы ранее нашли, это 16 сантиметров, умножить на тангенс 30. Тангенс 30 – это единица, деленная на корень из 3. А тангенс 30 – это табличная величина. Она равна единице, деленной на корень из 3. Преобразуем. Получается 16, деленное на корень из 3. Избавимся от рациональности. Для этого домножим нашу дробь на единицу в виде корень из 3, деленное на 3. Тогда у нас получается 16 корней из 3, знаменатель 3. Запишем ответ. Длина хорда BC равна 16 корней из 3 на 3 сантиметров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.